утро. Посмотрите, какой у нас шикарный вид из окна. Прям настроение поднимается сразу на 100%. Всем доброе утро. А мы с Лёшечкой идем на завтрак. Мы припозднились. Все уже идут завтрак, а мы только на завтрак. Уже вот даже мальчик идет купаться. Ничего, мы успеем. Мы успеем. С 8 до 10. Да. Уже все вовсю купаются в бассейне. Так, нам сказали, что бунгало бронируется за день. Народу очень много. Желающих отдохнуть в таком замечательном бунгало тоже очень много. Так что, если захотим, то мы сегодня должны сегодня с тобой... на завтра. На завтра, да. Косички еще закрыты. Мы потом вот здесь вот пройдемся, посмотрим, что здесь есть для детей, так как у нас уже получается полноценный обзор. И покажем вам каждый уголок Рига Виллэдж Резорт. Да, очень красиво здесь. Вообще ландшафтный дизайн и вот это вот все оформление нам очень нравится. Вот это что за дерево, Лёш? Я, если честно, такое дерево вижу в первый раз. А может быть, просто не видела, как оно цвело. Аромат есть у этих цветочков? Я не чувствую. Обычно есть аромат, я чувствую. Ой, он еще осыпается. Смотрите. Класс. Идем на завтрак. Можно выбрать столик вот на такой красивой террасе. Можно внутри помещения. Мы сейчас посмотрим с Лешей. Где места есть, я вот повторюсь, народу очень много, людей приехало очень много. На завтрак, на обед и ужин пускают только при предъявлении вот такого браслета. Приятного аппетита. Сегодня у нас ужин переносится с 5 до 7. Вот такой замечательный столик мы нашли с видом на море. Да, у нас будет столик с видом на море. Хороший как раз на двоих. Сегодня, наверное, пойдем купаться, да? Да. Обязательно. Для тех, кто любит кашку с утра, разные виды каш. Вот такие вкусные закуски. И даже тарталетки с икрой есть. Вот такие вот рулетики. С ветчиной, нафаршированные с сыром. Огромный выбор выпечки. Такие вот булочки вкусные, кто любит синнабон. Здесь несколько видов. А я очень люблю блинчики. И здесь как раз они есть. Разные. Флорентийская слойка со шпинатом и с яйцом. С сыром? Сыром. Ага, смотрите, как красиво. Ну что, дорогие зрители, показываю наш завтрак. Все очень красивое. Вкусное, Леша? Очень. Очень вкусное. И мы взяли по бокалу шампанского. Это отдых с едой нон-стоп, да, Леш? Так тут даже ночью здесь кормят. Даже ночью здесь кормят, представляете? Ну мы сходим, посмотрим, чем здесь угощают. Сегодня у Рига Виллэдж Резорт день рождения. И вот какая программа планируется на весь день. Леша, мастер-класс по приготовлению коктейля French 75, аквазона 18+, пойдешь? Очень интересно. Мы когда подключали с Лешей Wi-Fi, мы попали на главную страницу Рига Виллэдж Резорт. В общем, у них там
такое разнообразие приглашенных звезд. Даже Ольга Бузова в августе приедет. Да. Да, представляете? Мы обалдели. Мы вообще сами удивились, что мы сюда приехали. И получилось, что мы попали на день рождения и будет выступать Feista Family. Сегодня вечером вам все покажем. Кто любит Feista Family, пишите в комментариях. Настольный футбол. Я помню, в моем детстве был такой настольный футбол у нас дома, но правда маленький. А тут прям полноценный, большой, но это очень увлекательное, конечно, развлечение. Обязательно нужно будет попробовать. А больше всего мне, знаете, что здесь нравится? Что вот такие развлечения для детей, типа горочек, всяких подвесных конструкций, все это расположено прямо под деревьями. То есть создается такая хорошая тень, и детки не будут перегреваться. Это же просто замечательно. Сейчас такое редко где встретишь, и деревья в основном как-то стараются выпиливать, убирать. А здесь прям все супер. Вот смотрите, какая классная тень. И с самого утра уже в течение дня дети могут здесь находиться. А родители могут отдыхать. Кстати, на территории есть и охрана. Мы вчера, когда с пляжа шли, у меня спросили, а где ваш браслетик? А я браслетик оставила в номере. То есть посторонние сюда на территорию отеля не проникнут. Мне это понравилось. Еще здесь прямо на детской площадке есть тир. Вот этот платный. Здесь могут и взрослые стрелять. Есть детский тир. Он бесплатный абсолютно. И вот такая закрытая сетка. Она двухуровневая. Это такие сетки с препятствиями. У нас доченька очень любила в них находиться, лазить. Играть, когда была маленькая. А, кстати, вот велосипеды. Эти велосипеды можно брать в аренду. С 8 до 9 вечера. Велосипеды вообще даже для самых маленьких. Для родителей с детьми. Ну и разного размера. Для любого человека, я думаю, найдется здесь велосипед. И вот эти колясочки, скорее всего, тоже их можно брать в аренду. Ну и не только колясочки, есть еще и самокаты. Слышите колокольный звон? Где-то рядом есть храм. Наверное, мы туда сходим, посмотрим. Угу. Прям вот здесь, вот, да, вот слышу отсюда звон колокольный. До встречи! Мы с Лешей купили сим-карты местные. И вот сейчас их активируем, подключаем. Поэтому Леша немножечко занят. Тайский массажик. Там прям реальная тайка делает. Мы вчера с Лешей проходили мимо. И Леша говорит ей саватиха. Она саватиха. Представляете? Реальная тайка. Вот все чистят, убирают, целый день здесь наводят порядок. Это прям радует, ребят. Казалось бы, что убирать вот эти лепесточки от цветов? А нет, все равно все убирается. И бабушка отдыхает. Мы сейчас с Лешей пойдем на море. Но сначала мы сходим погладить поросят. Да, мне так и не понравились, что я не могу. Просто я думаю о них все время. А когда у меня еще такая возможность появится? Где я еще найду таких маленьких молочных поросят? Так, ребят, ну, как вы поняли, мы, кстати, вам толком и не показали, какие здесь домики, какие здесь номера. Смотрите. Вот у нас такой номер в небольшом домике. Но это не наш. Это не наш, да. Но такой же. Да. Здесь есть номера с видом на море. Вот можем обойти, показать. Это категория номеров Junior Suite. У нас точно такой же, только вот эти номера с видом на море. Да, с видом на море. И терраса у них выходит сюда на море. На красивые цветы. Выход на пляж. Угу. Смотрите, какой красивый выход на пляж. Белоснежная лестница.
И очень много бунгало, да? Мне очень нравится песок здесь. Он не просто песок, а он с ракушечкой. И когда ты идешь по этому песку, у тебя ноги не проваливаются. Уже идет активная подготовка к сегодняшнему вечернему концерту, к дню рождения отеля. Музыканты настраивают звук. Нужно будет нам по-другому потом подойти показать. Вот и все, любименькая. Ты чуть-чуть подождала, и зато теперь у меня работает интернет. Да? Ну, конечно, все заработало, все настроили. Вот эти двухэтажные дома, в них расположены номера люкс. Категории номеров очень разные. Если вам интересно, сколько стоит здесь проживание, я ссылку, конечно, могу оставить. Но, в принципе, вы и сами можете найти информацию в интернете. Еще одна детская площадка, но она, скорее всего, вечером будет актуальна. Прям для совсем маленьких. Посмотрите, какие маленькие лавочки, низенькие. Домики очень хорошенькие вот такие. Твоя любимая. Да, кстати, здесь есть спортивная площадка. Вот такой домик, но это как домик для кошек. Леш, смотри. Смотри, это для двоих. Леша, это же домик для кошек самый настоящий. А кошки все где-то в другом месте живут. Для двоих, Зай, давай вставай. Для двоих 14+. Напротив, вставай и погнали. Ага. Тренажеры здесь прям разные вообще. Вот это вот что такое? Что это за тренажер, Леш? Вот этот городочек хорошенький, прям для маленьких, совсем для малышей. Формочек, смотри, сколько здесь. А, то есть ребяткам даже формочки с собой? Ничего не нужно с собой брать, все здесь есть. Играют, да? Да, да, да. Я думаю, клёво. Что вечером здесь очень много детей. Ну да, клево. Так, ну а мы идем дальше. Хочу показать вам вот этот замечательный, красивый цветник. Мне очень нравятся эти желтые цветы. Камера, наверное, не передает, как всегда. Очень много хвойников. Мне даже сложно представить, сколько это стоило, озеленение этой территории. Очень сюда дорого. Вложено столько денег. В озеленение просто, и да. Чабрец везде растет, прям запах. Ой, такой как ароматно. Так, это тоже номера, да, вот эти домики? Да. Вот смотрите, мы зашли в какой-то уголочек, где стоят вот такие домики. Это тоже все номера. Какая категория, мы не знаем. Но мне кажется, что домики из натуральных материалов здесь прям вообще, наверное, хорошо внутри. Замечательно. Дикий виноград. Идем дальше и попадаем на территорию. Вот с такими домиками. Кстати, мне очень нравится, что здесь много вот таких вот мест, да, уютных, где буквально стоит 2-3 домика. Не будет посторонних. Ну, кроме нас, вот таких любопытных. Ребят, территория отеля очень большая. Разные категории номеров. В разных частях территории, где-то вот как мы сейчас идем, очень уютная, уединенная зона. Кто это? Попугайчики, похоже. Кто это, ребятки? Вот они, наши попугайчики. Смотри, иди сюда. Но их не видно, ему они жарко. Они прячутся, потому что жарко, и солнце палит. Они, видишь, прячутся. Ну и смотрите, что. Мы шли-шли и увидели подсолнухи. Настоящие подсолнухи. Скоро созреют семечки. Там уже вот прям видно хорошо. Уже кто-то щипает. Кто-то щипает уже, да? Смотри, общипывают, ходят. Да нет, они опадают. Это так семечки созревают. Мы городские жители вообще ничего не понимаем в этом. Идем потихонечку. И сейчас мы выйдем к зоопарку. Но выйдем с другой стороны. Можно снизу подняться со стороны моря, можно вот сверху со стороны вот этих номеров. Смотри, какая огромная территория, смотри, здесь еще номера. Угу. И вот водичка стоит. Кулеры везде стоят. Да. Есть специальные пандусы для колясок, потому что отель, он все-таки семейный. Да.
лаванда. Ой, Лёш, здесь вообще красиво, да? И уютно все. Вот они. Такая локация. Да. Вот это основная часть, получается, отеля. А здесь вот мы поднялись, смотрите. И все. Здесь буквально раз, два, три, четыре, пять. Ну, короче, небольшое количество домиков здесь. Уединение, красота. Ходи каждый день, гладь поросят. Пойдем покажем поросят. Мини-зоопарк. Рига Вилледж. Здесь вот такие вот маленькие козлятки. Но это, скорее всего, порода такая. Козочек. И они так любят гладиться. Еще облизывают меня. Вчера не облизывали, сегодня даже подкусывают. Они подходят, давай, прижимаются к сетке и все, ждут, чтобы их погладили. Им прям нравится очень. Им очень нравится. Они очень контактные. Смотри, прям она вот мордахи прижимается к моей руке. Мордахи прямо нежные, сладкие такие мордахи. Смотри, ну, сейчас. Не потому что залазят. Ты смотри, так а козлики все такие. Залазят высоко и ждут. Смотрите, вот, вот он ждет, чтобы его поглядели. Да? Вообще, смотри, прям прижался, гладь меня. Прямо ждет, прям ждет. Мне очень нравится, что они не пугливые. Кормят. Смотри, как миленько, у них такие мордочки. Вот это, посмотри, какая мордочка, Леша. Ой, прямо милашка вообще. Классная, да? Так, ну мы идем к поросятку. Ну подожди, я перепелок еще покажу. Еще перепелочки есть. Я так понимаю, что и разные. И она все время в воде стоит по коленку. Я так думаю, что это разные породы. И прямо породы. Спит там, смотри, вот вчера она также стояла и сегодня. Это изгой. В воде, да? Наказано. Они что-то все на нее они смотрят. Они меня могут отцапнуть, ты смотри. Могут запросто, перепелки могут. Отцапнуть могут. А вот Юлины любимые поросятки. Второй и день вот она к ним вот приходит, наглаживает. Волосенькие такие, они крепкие. Нравится. Крепкие какие-то. Они офигенные. Сейчас дотрясешься. Цапнет кто-нибудь тебе. Нет, нет, они хорошие. Хорошие ребятки. Смотри, смотри, все, вот это вот, вот поняла сразу. Смотри, вот это самое сообразительное. Я вчера ее. Она гладила. Понимает, что гладят ее, да, короче. Да, она да, начинает да. сразу же пузико подставлять. Да. Не копытца такие, можно прям потрогать ее. Смотри, а копытца еще мягкие. Я не могу прям. Ой, какая. Не, глаза она балдеет. Закатывает. Я бы ее забрала, если честно. Я бы забрала эту девочку маленькую. И этот тоже балдеет. А этот пугливый, смотри, этот немножко боится. Давай, глаза сразу открыл. О, это мальчик, мальчик. Это девочка. Большая. А тут кто у нас шумит? А, это зайцы шумят. Тут один заяц, так интересно, все время вот здесь вот прячется от других, от остальных. Все в клетке сидят, в норках, а он прячется почему-то. Может, ему там так попрохладнее, получше. Вот ушастые. Поросюндели убежали от тебя, да? Она похожа на собаку, вот, когда гладишь, как собачка. А все, все убежали, она одна осталась. Да, да? Она вообще классная. Так, нет, они возвращаются. Им здесь, похоже, просто жарко. Ой, вот это вообще классно, далматинистый, да? А тут вон, смотри, рыжий, далматинец и серый. Еще черный. И черный, да. Всякие, видишь, разные они. Ладно, пусть лежат. Там в домике, конечно, душно. Сейчас. А, здорово, Чернов. Ай, да, пошли, выходи, мы уходим. Мы уходим. Ну все. Такой вот здесь зоопарк небольшой. А я уже показывал. Пока ты поросянов, пока ты там гладила, я уже показывал. Смотрите, настоящее чудо природы на воле. Павлина выпустили. Вчера, когда мы приехали, он был за вот этой сеткой. А сегодня Леша говорит, Юля, его выпустили. Я сначала не поверила, я говорю, да ну. Он говорит, да, его выпустили, чтобы он гулял. Но у него все равно есть такая своеобразная огороженная территория. Смотрите, вот эта вот стена идет, плавно переходит
в территорию ротонды, и все, и там она заканчивается. То есть у него есть место, где погулять. Но он ко мне подходит потихонечку. Ну иди сюда, иди сюда. Конечно, мне ему нечего дать, но хотя бы разглядеть эту красоту. Смотрите. Какой хорошенький. Ко-ко-ко. Ну раскрой свой хвост, павлинчик. Сегодня в честь дня рождения всем деткам раздают шарики. Здравствуйте! Здрасте! Желаем вам приятного аппетита, хорошего Спасибо. Дня. Держите, 19:00 у нас Welcome Zone, начало нашего мероприятия в 15:30. Пенная вечеринка на бассейне в 15:00 для всех детей квест по всему отелю. Спасибо. Приглашаем вас. Ой, сегодня какая попробуем. Пицца. Ребят, мы пришли на обед. И вот думаем, чтобы нам выбрать вкусненького. Ну, возьми пиццу, давай попробуем. Один кусочек, два кусочка. Одного пока хватит. И свеженькую пиццу делают вот здесь. Так, Леша захотел кофе. Ты какой обычно выбираешь? Капучино я всегда беру. Фруктов очень много. И инжир, и персик, и яблоки. Инжир сегодня привезли на обед. Абрикос. Да, на завтрак не было. Вино вот в таких бочках здесь подают. А я Лёша попросила, чтобы он мне лимонад налил. Очень вкусный. Да, это не пиво, это лимонад. Ой. Куриные крылышки в томатно-соевом соусе с горчицей. Свиные кармашки с грибами и сыром. Прям вкуснятина похожа. Вот здесь все вкусное. Мясные стажки с овощами под сыром. Смотрите, как аппетитно выглядит. Я не ел такого. Что-то прям вообще деликатесы. Венский шницель. Вот это я хочу. Венский шницель. Вот это зажаристый. Да. Картошечку задавай. Вот этот кусочек зажаристый. Эта картошечка с сыром пахнет так вкусно. Давай мне вот такой королевский зай. Тарелочку. Венгерский суп гуляш. Очень аппетитно. Рассольничек. Мне очень понравились вот эти люстры с рыбками. Ты обратил, кстати, внимание на них? Нет. Еще здесь можно заказать суши. И это тоже все включено. Я вот встала в очередь. Уже взяла тарелочку, стою, жду. Ну, это прям пользуется спросом. Ребят, это как котлеточка. Внутри грибочки, лучок, начинка такая вкусная. Вот, подсними, я просто... Красота. Обалденно вкусно. Салатик был с черносливом и курицей, тоже обалденно вкусный. Мне тоже понравился. Суперский. И кармашек еще надо съесть. Где бы вы ни были, где бы вы ни отдыхали, в Турции, Египте, Дубае, где бы вы ни были, лучше всего кормят, конечно, у нас в России. Как вам такое? Куриное филе, внутри грибочки, сверху сыр. Какая интересная ветчина, да? Да, и рыбка тоже интересная. Такой вот пивной наборчик. Вкусно? Очень копченый. Вкусненько. Черный хлебушком. Ребят, уже началась распевочка Fiesta Family, но не распевается под Columbia Pictures. Аж мурашки бегут по ногам. Как громко, а мы будем сидеть в первом ряду. У тебя тоже мурашки пробежали? Нет? А у меня прям... Прям такие понеслись. О, слышите? Звук проверяет. Та-та-ра-рам. Oh,
Вон, слышите? Хорошо поет, да? Помните, вчера было много водорослей? Все, сегодня все уже убрали. Водичка чистенькая. И это Азовское море. Представляете? А сегодня в отеле, да, пенная вечеринка. Вторая пара есть. Спасатель за всеми смотрит. И не один. Отлично. А четвертый. Пойдем, пойдем. Все, да, у нас больше не будет никого. Вы не вычтите кого-то. Давайте вдвоем, девушки, все равно все за участие. Буду расти детей для того, чтобы она выбивала бутылочку шампанского. Есть еще одна пара. Отлично. И сколько же эта пара у нас получается? Один. Два. Давайте, первая пара от вас начинаем. Пошумите. И давайте им аплодисменты. Первая пара. Вторая пара. Поехали. Есть. Здорово. И третья пара. Мне очень понравился лимонад. Вообще классный, да, Лёш? Такой легкий, освежающий, не очень сладкий. Много не наливай, Зай. Так обожаю эту пенку. Это прям, знаете, как кислородный коктейль. Ребята, мы с Лешей сели за столик, и я вот подняла голову. Смотрите, какие необычные стулья я увидела. Как хрустальные. Очень красивые. Сегодня праздничный ужин. День рождения Риги. Смотрите, как красиво. Боже мой. Вот так угощают гостей в Рига Вилледж Резорт. Обалдеть. Посмотрите. И это еще не все. У кого слюнки потекли, пишите в комментариях. О, боже мой. По-богатому, ребят, смотрите. Смотрите, какая лодочка. Суши. Роллы.
все ходят, снимают эту красоту на память. Леша, смотрите, что выбрал. Чего там только нет, согласна. Там просто обалдеть. Там какое-то рыбно-мясное ассорти. Просто с ума сойти. Взяли хлеб. Поджарили его. Причем не просто на масле, а на чесночном таком масле. Угу. Офигительно. Сверху намазали крем-чиз. И на крем-чиз положили лосось. Это просто божественно. Офигительно, очень, и причем это очень сытно, офигенно. Слушай, такой аромат. Помогай мне, давай. Здесь, смотрите, осьминожка, мидия и креветочки. Креветки надо чистить. А что там снизу, Леш? А это, видимо, рис. А, рис зелененький такой. Да. Вот это гороховая панакота. Представляете, гороховая. А, они одинаковые? Да нет, нет, там есть. Мы пришли на бар. Зай, иди сюда. Тут еще помимо лимонада мохито есть. Будешь пробовать? О, здесь еще мохито есть? Да. Будешь пробовать? Не, не. Смотрите, какая интересная штучка. Прикольно, кто-то что-то сделал. Это ваза для сухоцветов. Я вот такой вкусный снэк взяла. Тоже все бесплатно, все включено. Так, ну что, ребят. Мы с Лешей собираемся на концерт. Я вот в таком платье. Надела свой колокольчик, наверное, покороче сделаю, да? Ты знаешь, как они делают акцент на вечеринку Гэтсби? Как? Просто какую-нибудь фигню вот так вот на голову. Ну, я так не буду. С перышком и все. Это для молодежи.
наши пары. Вы готовы? Вы готовы повторить? Повторить давайте, нужно кто, всем. Первые, готовы? Первая пара, поехали. Ваши аплодисменты. Поехали. Не шути. Хватит. Так, ну что, готовы? Поехали. Александр, Альфия, встречаем пара номер два. Шоу. Давай, Рига. Последняя наша пара, и я им аплодисменты. Но сейчас не последняя, а третья получается. Дим, ты же закончил. Поехали. Готовы? Давайте. И приготовились. Супер Чарльза. Есть болельщики нашей пары. Поехали. Такие красивые, все в белом стоят. Отличная пара, выходите в центр. Сейчас ваша минута славы! Ну что, давайте, красивая пара, такие классные. Чуть вместо танца будет песня. Да! Да! Юля, ты выйдешь за меня? Друзья, аплодисменты! Это Михаил и Юлия! Рига! Ну что, еще раз, бурная, желаем вам счастья! Конечно же, любви, давайте горько! 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 Раз! Два! Три! Осталось свадьбу в Риге отметить, и все будет супер класс! Ну что, отель Рига Вилладж, мы уже справимся! Провожаем, провожаем, подбурные аплодисменты! Новобрачные!
отель Рика Виллаж Резорт славится, что он семейный, правильно? Дим, и, конечно, мы, знаешь, мы в семейном отеле. Мы, знаешь, отель наш как дом 2. Мы соединяем ваши сердца, понимаете? Конечно же, в семейном отеле зарождаются новые семьи. Еще раз аплодисменты. Ну что, пора выбрать победителей, правильно? Дим, я думаю, что тут победили все. Любовь. Так что давайте наградим просто всех в день рождения. Мы сегодня щедрые, классные, добрые. Аплодисменты! Первая пара, просим вас, под аплодисменты. Красивый выход. Подарочный сертификат на катамаран. Держите. Аплодисменты. Это на фоточку вам. Красиво. Подарочный сертификат на сам доски. Держите, это вам. Аплодисменты! Аплодисменты нашей второй паре танцевали изящно, классно! И, конечно же, вам тоже сап-доски! Держите! Аплодисменты, пара номер 4! И вы у нас подарочный сертификат на катамаран! Держите! Аплодисменты! Группа Skyfall! Встречайте! Ну что, давайте с вами немножко покачаем ручка! Как здесь классно! О, вы даже не представляете, как здесь классно! Меня переполняют эмоции. Обалдеть! Подождите. Не нуждается. Когда я у вас
спрашиваю, вы на все должны отвечать. Рига, готовы? Только так громко, чтобы вся Рига точно слышала. Где самые лучшие воды? Рига! Где самая классная швейцарская линия? Рига! Где самый лучший пляж? Рига! Где самые крутые и скромные аниматоры? Рига! На счет три. Готовы? Готовы. Все вместе. Руки выше, голос и все вместе. 1, 2, 3! Они уже вас слышат! Нет, нет, мы можем лучше. Давайте прям вот так вот вытолкнем все из себя. Готовы? Да! Будоражимся! 2, 3! Земнодой последний, да? Короночный раз! Конечно, но сейчас они выйдут. Они сейчас выйдут. Они уже здесь. Давайте встречать их песней. И все вместе. Зачем мне все шелка, цветные облака? Зачем все это? Зачем? Ну что, вы готовы? Будет еще, еще. Громче. Thank you.
отелей, классного отдыха всем и его гостям! Ну что, вы приедете!